Всем привет, друзья! Ну а в этом видео я продолжу делать экран для акриловой ванны. В предыдущих видео показывал, как я его собирал, ну а теперь осталось наклеить плитку. Был вырезан люк в гипсокартоне, ну, будущий. И сейчас, начиная с него, мы и укладываем плитку. Обязательно делаю двойной промаз на плитку и на гипсокартон в месте, где будет люк. При укладке плитки на экран обязательно смотрел, чтобы состыковывались швы как с лицевой стеной, и также с боковыми стенами. Ну, конечно, продумывал раскладку всю заранее. То есть у меня был дизайн-проект, но некоторые вещи пришлось переделать уже самостоятельно. Поэтому, конечно, как будет делаться раскладка, это продумывалось все изначально, еще перед укладкой плитки. Между бортом ванны и плиткой оставлял шов примерно 1,5 мм. Этот шов будет потом засиликонен белым силиконом. Ну а остальные швы будут затерты цементной затиркой. Затирка в данном случае была использована от компании Церезит, которая продается в круглых баночках по 2 кг. Итак, вчера наклеил плитку на экране. Давайте сразу посмотрим, как получилось. И сейчас покажу, как снимается вот этот вот у нас лючок самодельный. Он без магнитов, безо всего, просто. В дальнейшем здесь будет силикон. Ну, при необходимости силикон отрезается. Как бы, ну, вообще, как бы, оно вытаскиваться-то фактически никогда не будет, то есть смотреть там особо нечего, так как там сифон чистится сверху, как я уже говорил, с ванны, то есть там специальный сифон, открывается это все со стороны ванны. А здесь получается это чисто просто так, на всякий случай, если вдруг что-то когда-то понадобится залезть под ванну. Так, ну и так вот. Получилась плитка, здесь у нас будет отражатель. Поднял я трубу для стиральной машинки. То есть тут где-то сейчас 40 сантиметров от пола. Так, ну и давайте посмотрим. То есть у нас как будет. Вот так он просто убирается. И вот у нас вся там подводка. И то же самое назад. Все. Все, просиликоню. И остается там. Так, ну а пока мы его закрепим армированным скотчем, чтобы не упал